Здравствуйте, вы смотрите программу «Орловские усадьбы» и я ее ведущая Наталья Чунина. Сегодня мы поговорим о поместье Новосильцевых, которое располагается между городами Орел и Мценск в поселке с героическим названием «Первый воин». В этом выпуске мы узнаем, где искать фамильное золото, какие знаменитые гости сюда приезжали и кто из Новосильцевых построил себе дом на окраине парка. Первый воин – это небольшой населенный пункт, находящийся между городами Орел и Мценск. Если говорить о его происхождении, то существует две версии. Первая, самая распространенная, гласит, что название произошло от двух местных речек – Большого Воина, ныне река Кала, и Малого Воина. Сегодня это река Воинка. Вторая версия больше похожа на местное предание. В старину жителям этого населенного пункта приходилось отражать вражеские набеги, становясь первыми воинами на старом рубеже. Согласно Песцовой книге, в 1594 году в Первом воине уже была деревня, которая принадлежала роду Торсукова. В начале 19 столетия она отходит в качестве приданого Новосильцевым. С тех пор усадьба отстраивалась новыми хозяевами. Новосильцевы – старинный дворянский род, внесенный в шестую часть родословной книги Тульской, Рязанской, Московской и Тамбовской губерний. Усадьбы Новосильцевых располагались в Евсуково, Лебяжье и Апраксино. Считается, что основоположником ветви Орловского рода был Петр Новосильцев, который происходил из орловских мещан, однако это не так. Всегда считалось, что род Новосильцевых появляется здесь вместе с Торсуковыми. Торсуковой была Екатерина Александровна, это была супруга Петра Ивановича Новосильцева, основателя по факту этой усадьбы. Но вот Екатерина Александровна Торсукова известна нам как не просто его супруга, как приятельница бабушки Лермонтова. Вот она из этих краев, и род их здесь, Торсуковых, вот в этом месте находился, согласно Песцовой книги Орловского уезда, с 1594 года. Но, как выяснилось неожиданно из документов Орловского областного архива, Петр Иванович Новосильцев происходил из Андрияновых, а Андрияновы были соседями Торсуковых по имениям в Орловском уезде. Когда Ордальон Александрович Торсуков выдавал замуж свою сестру Екатерину за Петра Ивановича Новосильцева, он делал хорошую партию. Петр Иванович Новосильцев в свои 29 лет был заместителем орловского губернатора, коллежским советником. Екатерина была дочерью генерала Александра Торсукова, известного вельможи XVIII века. Екатерина Александровна Новосильцева дружила с бабушкой Михаила Юрьевича Лермонтова, Елизаветой Арсеньевой. Об себе что сказать? Жива, говорят, постарела, но уж лета, пора быть старой. А Катерина Александровна Новосильцева, право, ничего не переменилось. Николай Петрович был очень болен, инфламация в желудочке. Теперь гораздо лучше, но все еще слаб. Сохрани его Бог. Сам Ордальон Новосильцев был женат на племяннице, наперстнице Екатерины II, Варвары Савишны Перекусихиной. Поэтому Ордальон вошел в самый близкий круг Екатерины II, и туда переехали Новосильцевы. При императорском дворе Петр Иванович благодаря своему уму сделал карьеру государственного деятеля. За весьма короткое время он становится сенатором, генерал-губернатором Санкт-Петербурга. По завершению своей карьеры он переехал в фамильное имение. Здесь, на окраине в южной части парка, располагался дом, в котором жил глава многочисленного семейства Новосильцевых Петр Иванович. Дом был разобран в 1970 году из-за ветхого состояния.
Значительную роль в истории России сыграли дети Петра Ивановича, Петр и Николай Новосильцевы. С 1821 по 1826 год Петр Петрович Новосильцев был адъютантом московского генерал-губернатора Дмитрия Голицына. В 1838 он занимает пост московского вице-губернатора, а затем становится рязанским гражданским губернатором, где проявил себя энергичным администратором. Большинство его преобразований тяжелым бременем легли на плечи крестьян, поднявших в 1857 году восстание в одном из сел Зарайского уезда. Восстание было подавлено, а имя Новосильцева попало на страницы газеты «Колокол». Сам он стал героем стихотворения Некрасова «Бунт». «Скачу, как вихрь из Рязани, являюсь бунт во всей красе, не пожалел я крупной брани, и пали на колени все». Петр Петрович Новосильцев дружил со всеми литераторами. Хорошо знал Александра Пушкина, приятельствовал с Николаем Гоголем. По словам современников, Новосильцев был способным человеком, быстро усваивающий суть всякого дела и одарен был хорошей памятью. Разговор его был оживлен и непременно приправлен остротами и анекдотами, а изящные его манеры выказывали в нем истинного джентльмена. Но он был крайне легкомысленным человеком и, никому не делая зла, имел много врагов. В гости к Новосильцевым в разные времена приезжали Иван Тургенев, Афанасий Фет, Николай Некрасов, Алексей Апухтин, Федор Тютчев и Лев Толстой. Лев Николаевич Толстой гордился тем, что Петр Петрович был так хорошо известен его семье, потому что на свадьбе его матери и отца он был посаженным отцом. В 1865 году Лев Николаевич Толстой приехал в усадьбу к орловским помещикам и был впечатлен роскошью и красотой имения. В усадьбе все для изящества и тщеславия. Парки, беседки, пруды, различные виды и очень хорошо. Второй сын Петра Ивановича Новосильцева, Николай Петрович, был более замкнутым. Однако известно, что он был другом Михаила Лермонтова. После окончания школы кавалерских юнкеров в 1835 году Михаил Лермонтов жил у него в доме в Царском селе со своим дядей Столыпиным. Николай Петрович Новосильцев был действительным тайным советником, сенатором и был женат на графине Екатерине Ивановне Апраксиной. По наследству. Значит, первый воин передавался от Новосильцевых сыну Петру Петровичу. У Николая Петровича, который был заместителем министра иностранных дел Российской империи, были свои владения в Орловском крае, их было очень много. А вот первый воин конкретно, несмотря на то, что Николай Петрович приезжал, и они туда привозили своих друзей даже, перешел к Петру Петровичу, который был вице-губернатором Москвы. Петр Петрович был женат дважды. В Орловском областном архиве есть целый фонд Новосильцевых. Там хранятся и записи о рождении, и записи о смерти. Вот Петр Петрович, о котором все думали, что он умер в Москве и похоронен на Лазаревском кладбище, оказалось, что он умер в Первом войне, и его похоронили священно-церковнослужители церкви, которая была в Первом войне. После смерти Новосильцева усадьбу в Первом войне унаследовал сын от первого брака Иван Петрович Новосильцев. Статский советник, шталмейстер двора его императорского величества – это третий чин в табеле о рангах. Это был очень хороший знакомый Льва Николаевича Толстого. С ним дружил Фет. И его не любил Иван Сергеевич Тургенев, вывевший его в виде Ванечки Коломейцева в романе «Не новь». И он эту новь как бы описал как имение Новосильцевых. Невзирая на неприятельские отношения с Иваном Петровичем, Тургенев все же интересовался, как протекает жизнь в имении Новосильцевых. «Тебя очень интересует знать, вышла ли замуж Новосильцева за Нарышкина. Да, вышла, но не Мария, Катенька. Мария умирает с досады». После смерти Ивана Петровича имение перешло к его сестре Екатерине. Иван Петрович умер бездетным в 1890 году. И вот тогда по наследству усадьба перешла к его племяннице. У Ивана Петровича Новосильцева была сестра Екатерина Петровна. Она вышла замуж за
Николая Сергеевича Вяземского, князя. Ну, можно, наверное, два слова сказать, что она была не очень красивая. Ее даже в семействе звали Жако, как попуга. И не очень она нравилась внешностью и самому Николаю Сергеевичу. Все это можете вырезать. Но она была так умна, что Николай Сергеевич, князь Вяземский, добивался ее. И та, ну, как бы снисходила к нему. Вот. И у них была среди четырех деток дочь, которую звали Зинаида Николаевна. Вот эта княгиня Зинаида Николаевна Вяземская вышла замуж за полковника Андрея Глебовича Нечаева. Так Нечаевы оказались по наследству, оказались в Первом войне. Были Нечаевы из Екатеринославской губернии. У них там были, ну не то чтобы сказать большие имения, но были. Глеб Васильевич, ну так сказать, отец Андрея, имел даже дом в Одессе на Казарменной улице. То есть это было дворянское семейство. И вот Зинаида Николаевна, княгиня Вяземская, вышедшая замуж за Нечаева, собственно, положила начало тому, что Нечаевы там и были. Дело в том, что сама Зинаида умерла в 94-м году, то есть почти накануне революции. И так дальше ее детки пошли. И так оказалось, что они и вот стали наследниками усадьбы. За многовековую историю усадьба Новосельцевых обросла легендами и мистическими рассказами. Один из племянников Новосельцева, приехав из Германии, попытался найти фамильное золото. Разрушив часть стены господского дома, он нашел сокровище, однако решил перепрятать в одном из прудов, в каком именно история умалчивает. О том, что привлекало знаменитых гостей в усадьбу Новосельцевых, мы расскажем вам в следующем выпуске программы «Орловские усадьбы». Thank you.